Первый снег, спустившийся на Одессу в ночь с 12 на 13 января, порадовал детей и одновременно стал первым серьезным испытанием для одесских коммунальщиков. Буквально в первый час снегопада мэрия бодро отрапортовала о внушительном количестве спецтехники и рабочих, которые вышли на борьбу со стихией. Правда, сопровождался отчет видеороликом, на котором преимущественно были показаны машины, очищающие от снега лишь Дерибасовскую и Приморский бульвар. Между тем, это далеко не вся Одесса, и уже утром было видно, что одесские спецслужбы по борьбе со стихией не доработали. Если основные городские автомагистрали были в относительно проезжаемом состоянии, в том числе благодаря погоде, то межквартальные проезды, особенно тротуары, убирались по остаточному принципу. Можно было увидеть такую картину. Вереница снегоуборочных машин расходует бюджетное топливо, катаясь туда-сюда по очищенной проезжей части. В то время как на пешеходных дорогах можно устраивать соревнования по конькобежному спорту. Увы, скользкие тротуары уже забрали одну человеческую жизнь. Пешеходы у нынешних одесских хозяйственников оказались не в приоритете. Мне некому помочь. Я инвалид. Я должна вот сейчас выходить, мусор выбросить, хлеб купить. Но это просто безобразие. Никто не чистит, ничего не делает. Пройти от дома до того два шага невозможно. У нас во дворе вообще не чистят. Вообще не чистят. Скажите, а вообще это постоянно? Вот, из года постоянно. В год? Наш дом они вообще считают 5Б. Они считают, что он не закреплен ни за каким дворником. Скользко. Особенно на обычной дороге, там, где люди ходят. Вот. И с пятой фонтана вот я пешком иду, скользко. Сколько лет уже живу, не помню, чтобы нормально все посыпали, все расчищали. Ну, штатная ситуация. А вы считаете, что-то убирается где-то? Я только говорю о том, чтобы выгоняли бы дворников, бездельников, хотя бы чем-то посыпали. Но это же просто ужас. Это проблема в целом города, как вы считаете? Это проблема города и нашего мэра, и нашего начальства. Утром идешь, никого нет. Днем идешь, никого нет. Отметим, что с первыми снежными приключениями Одесса сражалась без городского головы, который предусмотрительно отбыл в отпуск. Новую партию снега синоптики прогнозируют через несколько дней. Осадки будут сопровождаться крепкими по одесским меркам морозами. Столбик термометра опустится до минус 10-12 градусов.